何？こんにちは、クマさん。Из какого района, волшебница? Не трынги, что не знаешь, куда забрела. Ты кому лапшу на уши вешаешь? А ну бабло доставай. コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ。Прекрати, развратник! Как рыцарь я тебя... Так, в общем, прекращай давай! Не верю! Давай сначала. Что есть музыка жизни? Тишина, брат мой. Explosion. Esplosione. Слушай, сенсей. Трахнемся. Мне с ними страшно. We'll be right back.
thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. We just thunder. Все мы пили, недоступно для дебилов, потому что я влюбилась в тебя. Тупого наглеца, чего же, а чего же? Так фотография нравится. Дело не в любви или ее красоте. Она всего лишь настоящая. Ну, это да. Какой бы пугающей вещь ни казалась, люди любят все красивое. Я просто запечатляю пустую сущность современных людей. Но я бы не сказал, что она особо пустая. Они просто стараются донести до других то, что увидели и посчитали необычным. Разве не такова суть всех зевак? У тебя плохо с представлением о людях. Но ведь люди умирали из-за бомб, которые ты установил. Я лишь показал всему миру, насколько пусты сейчас люди. Кто бы то ни был, живой он или мертвый, разницы никакой. И ты точно такой же, мертвый, живой, по барабану. Ну, это да. Жизнь и смерть людей ничего не стоят. Думаешь, я не прав? Я верю, что ты реально так думаешь. Я всей душой так считаю. И прекрасно это знаю. Жизнь ни черта не стоит. Ни моя, ни твоя, ни твоей расчудесной дочурки. Живы мы или мертвы, разницы совершенно никакой. Если людей оставишь, все равно умрут. От старости умрут, от болезней, несчастных случаев, но... Ты всегда приносил смерть сразу массам. Если толпа не сгинула, если не случился геноцид, то для тебя это даже не смерть. О чем ты? Теракт. 4 года назад. Насколько пленил твою душу? Тебе понравился тот ад, что ты увидел. Зеваки просто наслаждаются видом. Но ты захотел испить еще раз из этой адской чаши. А потому раз за разом воспроизводишь ее. А в самом центре этого кустарного ада, полностью поглощенной атмосферой, стоишь ты. Ошибаешься. Я лишь хочу показать миру... Я не ошибаюсь. Действительно, на твоей фотографии сущность нашего мира. Да, такая она для тебя. Никчемные людишки. Но только эта никчемность вся твоя. Не решай за меня! Точно. Когда подрывал бомбы, но до того, как начинал фотографировать, или даже в процессе между щелчками затвора, скажи мне, на что ты смотрел? Конечно же, не только любовался толпой, а всем сердцем восхищался красотой ада. Разве нет? Быть того не может. Словами ты меня точно не сможешь убедить. Ведь я все про тебя знаю. Ты ошибаешься. Мертвы мы или живы, разницы ведь никакой. А на самом деле, другим ты смерти желаешь, а вот сам хочешь жить, любуясь их концом. Неправда! И потому
Я точно знаю, что все мои слова сейчас истина. И речами тебе меня не переубедить. Эй, твои развлечения закончились навсегда. Больше никакого ада не будет. Он остался лишь в твоей памяти. Может, хватит мучиться. You with that best space, you ain't coming back.